посол Турции в Азербайджане Джахид Бахчи опубликовал пост в связи с годовщиной обстрела Гянджи вооруженными силами Армении. Дипломат сообщил в своем твиттер-аккаунте, что отбыл в Гянджу, чтобы отдать дань памяти жертвам террора. «Мы отправляемся в Гянджу почтить светлую память шахидов во вторую годовщину обстрела Армении города и убийства мирных граждан. Не забывали, не забудем и не допустим, чтобы они были забыты», – отметил дипломат. По прибытию в Гянджу посол Турции выразил соболезнования азербайджанскому народу и подчеркнул, что вооруженные силы Армении обстреливали гражданских лиц по мере того, как азербайджанская армия освобождала города и села Карабаха. «Да упокоит Аллах души погибших, ветеранам желаю исцеления. Благодаря им сегодня Карабах свободен», – заключил он. Отметим, что 17 октября город Гянджа в пятый раз за время 44-дневной войны подвергся террору со стороны вооруженных сил Армении. В результате атаки по мирному городу, расположенному далеко за пределами зоны боевых действий, погибли 13 человек, в том числе 4 женщины и 3 ребенка. Кроме того, 48 граждан, включая 20 женщин и 5 детей, получили тяжелые ранения.